Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Санкт-Петербургу. Некрасова, дом 2. Архитекторы Петцольд, Август Васильевич, 1859-1960 год, правая часть. Годы постройки 1859-1860, стиль эклектика, доходный дом Краевского. Я пользуюсь сайтом CityWalls и данными, которые я нашел в интернете. Как я уже сказал, стиль эклектика. В этом здании архитектор нашел эффективную и необычную трактовку мотивов барокко и рококо. 1857-1877 год. В этом же доме жил Некрасов. В течение 20 лет квартира Некрасова была центром передовой русской демократической литературы. В ней размещались редакции двух крупнейших прогрессивных журналов. Сначала «Современника», а после того, как царское правительство закрыло этот журнал, «Отечественных записок», который в 1868 году возглавил Некрасов. Одним из соредакторов был Салтыков-Щедрин. В редакцию приходили Тургенев, Гончаров, Толстой, Успенский и другие литераторы. 1858-1859 год. Доходный дом Краевского. Кстати, в этом доме вместе с Некрасовым жил и Добролюбов. В 1858-м владельцем дома стал Краевский, издатель журнала «Отечественные записки». 1946 год. Музей квартиры Некрасова. К 125-летию со дня рождения Некрасова в его квартире был открыт мемориальный музей. Ну вот так вкратце, немного, конечно, данных, не очень много, о доме номер 2 по улице Некрасова. Данные сайта CityWalls и сетевых журналов из интернета. Пока-пока, до свидания.